что? Он ждет, когда я запущу ролики по растению против зомби 2. Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик, успейте поставить лайк за 5 секунд, если вы не хотите возвращаться в школу, считаю. Молодцы, ребята, что успели поставить лайк, это у нас игра растения против зомби. В общем, смотрите-ка, ребята, в прошлой серии кто-то мне написал комментарий, что, он ждет, когда я запущу ролики по растению против зомби 2. Но слушайте-ка, друзья, я думаю, что и вы тоже бы хотели такое, но сначала я должен все закончить в ПВЗ 1. То есть, я должен пройти не только мини-игры, но и выживание, и все пазлы. А чтобы мне накопить деньги на пазлы и на мини-игры, тем более, мне нужно иногда играть без вас, только в уровне «Последний рубеж», потому что там у меня есть такой способ, очень огромный, как быстро пополнить деньги, потому что, да, бывает такой способ, как сразиться с доктором Зомбосом, с зомби-йети. Но то, что я буду расставлять кучу ромашек в уровне «Последний рубеж» вместе с читерскими грибами, чесноками, орехами и золотыми магнитами, то это, конечно же, тоже сыграет плюс. Но я выбираю все-таки «Последний рубеж», потому что я проверил, что он целых 6 тысяч. Это больше, чем 4 алмаза, вы понимаете? Смотрите-ка, я сейчас хочу удалить некоторые растения. Так, вот так вот делаю. Затем вот так вот. 155 тысяч. Так. А, я же хотел на этом видео закончить мини-игры. Вот у меня там 3 мини-игры остались. В общем, смотрите-ка, друзья. Так как вот эти вот пазлы, они очень дорогие. Я после вот этих вот мини-игр начну режим выживания. Прикиньте. Прикиньте, как будет вообще прикольно. И потом мне нужно накопить все эти деньги на пазлы. А затем уже в них, пазлах поиграем. И тогда уже будет один вот такой вот стрим. Знаете, какой стрим? Это, короче, совет будет по поводу растения против зомби 2. То есть это как бы переход с одной игры на другой. В общем, короче, давайте начинать, а то мне уже как можно больше надо снимать, так как сейчас каникулы, вы понимаете. Так, уровень Backhauled. Ну, это я знаю, конечно же. Это... Вы, короче, понимаете, что надо делать. Я сейчас просто... приостановлюсь немного. A few moments later. Так, ну шо, я сейчас отправляюсь к концу, так. Так, где же еще? Так. Блин, мне еще 3 хода осталось сделать. А, вот здесь. Так. Так, последний ход и... Да! Фух. Так, стоп, я не понял, куда они делись? А, вот здесь, ё-моё. Так, давайте-ка, ой, мы же давно не играли в боулинг, давайте попробуем. Боже, 3 волны нужно продержаться. Причем я заметил то, что...
Я еще заметил кое-что. Короче, здесь будут пожестче зомби. То есть вы видели то, что там 2 написано? Там... Это что? Это что? Что это было? Это что за гигантский орех? Так, я понял, как, чем он отличается в инвентаре. Так. Да почему вы мне эту фигню даете? А зачем мне, кстати, эти орехи? Мы что, будем против Гаргантюа воевать, что ли, а? Не, мне уже и так взрывчаток хватало. Так. Блин, нужно сэкономить взрывчатки. Да ё-моё, жопа! Да пошёл ты! Да уж, вы видите то, что он катается. Просто прокатывается и насквозь уничтожает. Так, ну. Да, вот это вообще самый прикольный орех. Высокий стенорех. Блин, надо еще протестировать этот орех на этих прыгунов. Ага, я вижу, что тут что-то улучшалось. Там еще этот зомби с дверью идет. Так вот делаю. Да что ж такое-то, блин? Так, надо вот этого гада сбить. Который сердится. Так. Давай. Блин, да почему они про... Почему я промахиваюсь? Я просто вообще... Так. А, он щитом прикрылся. Так, я понял, для чего этот орех. Да блин, я ошибся насчет гиганта. А вот, кстати, в бок... вы, кстати, заметили, что обычные стенорехи, они... Когда в бок идут, они с одного раза зомби щитом убивают. Блин, мне эта игра даже не дает посмотреть зрителям. Да, вы заметили. Да, вы должны это видеть. Вы же все равно можете, типа, пересматривать один момент видео, да, в YouTube. Так. Они уже близко. Крайне близко, поэтому лучше их прямо сейчас сбить. Так вот. О! Фига себе, танцор! Блин, я не успел. А если против прыгуна использовать, смотрите. Да! Прикол этих высоких, больших гигантов в том, что через него прыгуны не перепрыгивают. Вау, вот это прикольная тема. Гады какие, прыгуны, да? Ну что, вторая волна? Так. Так, вот так вот тратим взрывчатки. Вот сюда. Брэйнс.
Вот сюда, против прыгуна. Блин, надо вот этого сбить, пока он не добрался. Это просто какая-то жопа! Так. Вот сюда. На! А как он не взорвался? Я что-то понять не могу. Там этот танцор. Не-не-не-не-не-не-не-не. Получай! Есть. Красиво. Так. Так-так-так, сбиваем. Вот сюда. Блин, я вообще сейчас походу проиграю. Не-не-не-не-не-не-не-не-нет. Гиганты, вы где? Без вашей помощи мы не справимся. Так. Ой-ой-ой-ой! Не-не-не-не-не-не! Вы меня так просто не обманете. Так. Опа-на, еще один. Так, блин, мне нужен еще один мутант. Гигант, потому что... Видишь, как у меня жопа происходит? Вот сюда! Ля, красиво. Так. Получайте! Блин. Чтоб вы подавились! Не-не-не-не-нет! Да как он призывает, я просто не понимаю. Так, не всех взорвало. Так. Вот сюда. Блин, надо срочно всех сбить. Так. Так, а вот этого тем более. Так. Ну когда там все закончится, я просто не понимаю. Фух, фух. Ну хотя бы волна. Ждем волну. Все равно они не успеют до нас добраться. Так. Ё-моё! Их там куча! Не-не-не-не-не-не-не! Сбиваем их! Так, вот так. Так, вот это. Так, вот это. Вот так вот надо сбивать. Так, где... Так, еще один орешек, давай! Жутно, мутанты помогают. Так, последняя взрывчатка. И последний. Фух! Мы выбрались из этого... из этой жопы. Так, и там еще была какая-то игра. Давайте-ка мы в нее тоже поиграем. Так, нас будут поджидать. Вот особенно опасность это шар. Это что? Чё это такое? Так. Так. Давайте-ка сюда, кактус. Ты чего не атакуешь? Да вы тупые, что ли, растения? Так, расставляем. Это порталы? Вы чё, совсем, что ли, прикалываетесь? Это уже какое-то, на самом деле, ненормальное явление. Фух, простите, ребята. Это меня, короче, приостановилось. Блин,
Вот это вообще прикол, конечно же. Порталы. Порталган. Так, надо срочно ставить эти орехи. Так. Так, нужно куда-то орешки поставить, но не знаю куда. Так, это что такое за надпись? Ой, блин, портал переместился. Так, вот сюда. Так, главное, чтобы... Так, вот сюда ставлю. Это самое лучшее! Это самое лучшее видео! Про мини-игры. Вы понимаете вообще, что это такое? Это портал настоящий! Блин. Новые читаки, конечно же. Древофакел, давай сюда. Так, портал перемещается, интересно. Какой и куда? Так, ничего не... Так, ничего... Так, нужно древофакелов. Так... Кстати, нам нужно побольше кактусов, иначе... Иначе, смотри, если на нас прямо сейчас шарики нападут, то мне придется применять вишневую бомбу. Так, вот сюда. Сверху надо все укрепить. Так, где они? А, стоп! А как этот кактус сбивает? Я понял! Я понял где! Так, вот сюда! На! Шоколад. Блин, ну срочно сбивайте эту атаку с воздуха. Сюда. Сюда! Получай! На самом деле, самый прикольный уровень. Да блин! Так. Самое главное обратить внимание на то, что вот когда портал перемещается. Так. Так, хорошечно. Так. О! Финальная волна! Так. Есть! Фух. Так. Так, мы получили какое-то достижение. А, это достижение за то, что мы прошли все мини-игры.
Блин, фух, вот это вообще босс, на самом деле, прикольно. А, нам в саду изменять ничего не надо, давайте-ка мы про... Так, сейчас мы поиграем в бонусную игру и на этом закончим. И на следующем видео, кстати, мы перейдем на выживание. Вы понимаете? Выживание. Так, еще одна шоколадка. Солнышки. Так, могилоедов надо побольше. И картошек тоже, так. Так, конусы пошли. Так, так, нужно больше, больше. Солнышек, так. Так, так, куда поставить? Вот сюда! Так, ой-ой-ой, ведроголовые пошли. Так, так, так. Вот сюда. Ой-ой-ой-ой! Не-н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 е. Вы меня так просто не выиграете! Так, фу, хорошо, хоть чуть не убили. Чуть не убили, пиявки, блин. Так, не трой моего могилоеда. Ой-ой-ой-ой, нет! Фух. Так, вишневая бомба. Так. Да вы вообще видите, что я что происходит? Я просто молотком отбиваюсь. Ну я вообще читер какой-то. Килаура у меня какая-то. С Майнкрафта. Так. Вот сюда. Так, нужно съесть все эти могилы, пока этот зомбак не добрался, чтобы мы пополнили побольше этих монет. Так. Блин, у меня солнышки кончились. Ладно, осталась последняя могила и последняя картошка. Так. Есть. Фух. Это было напряжно. Там, где вообще нужно бить молотком в зомби, это уже напряжно. Так.
Так, а, стоп, посмотри. Так. В общем, на этом мы с вами заканчиваем. В саду изменять ничего не надо. В общем, да, друзья, надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, пишите комментарии, кое-какие впечатления, переходите по ссылке в описании на мой телеграм-канал. Ну и всем, друзья, бай-бай, дорогие браточки.